винительный падеж. Чтобы всегда правильно использовать тот или иной падеж, нужно не только запомнить окончание, но и знать, в какой именно момент его нужно употребить. Окончания существительных винительного падежа в некоторых случаях совпадают с окончаниями других падежей. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого?», «что?». Примеры существительных винительного падежа единственного числа: брата, маму, короля, правду, машину, стол, окно, море, лес. Примеры существительных множественного числа: книги, города, зайцев, матросов, животных, мосты, листья, братьев, друзей, деревья. Слова-помощники винительного падежа: вижу, виню, зову или знаю. Кого, что ты видишь? Я вижу дома, людей. Кого, что ты винишь? Я виню коллег, обстоятельства. Кого, что ты зовешь? Я зову маму, судьбу. Кого, что ты знаешь? Я знаю эту семью, правду. Предлоги винительного падежа: через, про, в или во, на, под, сквозь, по, за и другие. Пройти через дверь. Направиться во двор. Залезть под диван. Принимать за истину. Зайти в воду. Пройти через испытание. Спрятаться за дом. Увидеть сквозь стекло. Лестница на чердак.
Рассказ про героя. Используйте винительный падеж с прямым дополнением «что», «кого». Ученик читает книгу. Что читает ученик? Книгу. Дети слушают учителя. Кого слушают дети? Учителя. Делать домашнее задание. Что делать? Домашнее задание. Увидеть медведя. Увидеть кого? Медведя. Используйте винительный падеж с направлением «куда», в смысле «в какое место». Ребята идут в школу. Куда, в какое место идут ребята? В школу. Мы ходим в спортзал. Куда, в какое место мы ходим? В спортзал. Иван идет на работу. Работники идут в офис. Используйте винительный падеж со спортивными играми. Играть во что? Мы играем в хоккей. Во что мы играем? В хоккей. Дети играют в шахматы. Во что играют дети? В шахматы. Используйте винительный падеж после глаголов, которым можно задать вопрос «во что?». Завернуть в бумагу. Во что завернуть? В бумагу. Одеться в костюм. Одеться во что? В костюм. Заглянуть в колодец. Взять в руки. Положить в сумку. Превратиться в чудовище. Используйте винительный падеж с днями недели, временем. Когда, как долго, на какое время, за какое время. В понедельник начинается неделя. Когда начинается неделя? Понедельник.
У меня выходной в субботу. Когда у меня выходной? В субботу. Мы весь день искали ошибки. Как долго мы искали ошибки? Весь день. За неделю я выучила урок. За какое время я выучила урок? За неделю. Я еду в Украину на месяц. На какое время я еду в Украину? На месяц. Используйте винительный падеж с образом действия. Куда? В смысле? Каким образом? Как? Собраться в круг. Собраться как? Каким образом? В круг. Сесть в ряд. Сесть как? В ряд. Встать в шеренгу. Встать каким образом? В шеренгу. Ударить в бок. Ударить куда? Каким образом? В бок. Глаголы, употребляемые с винительным падежом. Хотеть. Желать, ждать, бояться, избегать, мыть, строить, брать, понимать, учить. Благодарить, встречать, уважать, ненавидеть, любить, помнить, ругать, поздравлять и другие. Я помню нашу встречу. Я помню что? Встречу. Существительное встречу винительного падежа. Я мою ребенка. Я мою кого? Ребенка. Существительное ребенка винительного падежа. Винительный падеж прилагательных. Прилагательные винительного падежа отвечают на вопросы: какое, какой, какую, какого, какие, каких. Окончание прилагательных единственного числа винительного падежа. Ое, ее,
Ой. Эй. Эй. Ога. Ега. Ую. Юю. Ко всем словосочетаниям задавайте вопрос. Вижу кого? Что? Так как окончания совпадают с окончаниями других падежей. Золотое кольцо. Весеннее солнце. Сырой плащ. Грязный костюм. Синий шарф. Белого зайца. Будущего мужа. Горячую воду. Утреннюю радугу. Сильную слабость. Окончание прилагательных множественного числа. Ие. Ие. Их. Их. Смелые поступки. Высокие дома. Веселых людей. Старших братьев. Красные платья. Сильных мужчин. Продолжение следует.